Лето и пластический хирург. Пластический хирург Арсений Вениаминович Григорян, устав барахтаться в бассейне, решил поехать на моря. Ведь нужно ж как-то отвлекаться и расслабляться заодно, и сбросив груз квалификации, забыться и залечь на дно. И вот он в плавочках Армани под пальмой фикусной сидит, мечтая втайне о романе, реальном, а не по сети, исполнен страсти и заботы, осматривает всех подруг, ведь сколько же лет работы еще не сделаны вокруг. Вот этой сузит носа кончик, непарный хрящ слегка широк, а этой в попу силикончик, а этой собственный жирок. Уже не радует Марина и летний пляж во всей красе. Здесь каждый третий нужно Рина. А либо абсолютно всем. Вот кажется, лови удачу, влюбляйся, соблазняй, шали. А он сидит и горько плачет, и слезы падают в шабли. Какой-нибудь читатель хамский мне скажет, не гони, поэт. Тут на заводе в Нижнекамске вообще такой проблемы нет. И смотрится очень сочно, но я поговорю с таким. Представь, что ты приехал в Сочи.